Всем привет, на связи Пятый Элемент. Мы начинаем рубрику обзоров товаров, которые помогут сделать ваше лето еще круче. Мы с вами едем в отпуска на море, за город, кто-то остается в городе и просто кайфует на диване. Но неизменно то, что делать это лучше с крутыми гаджетами. И сегодня мы расскажем вам, что же нужно, чтобы с музыкой по лету шагать. Вам нужна портативная акустика. Сделаем мы это на примере линейки портативной акустики компании JBL, так как у них самый широкий спектр акустики от мала до велика. Да очень велика. И в этом вы убедитесь. Садитесь поудобнее, смотрите и слушайте. Быстрая, как ваш будущий отпуск, подборка портативной акустики для лета. Поехали! JBL Tune. Наша первая колонка для тех, кто помимо своей музыки любит послушать еще и радио, как на пляже, так и на рыбалке или лежа в гамаке на даче. Что у нас тут? Колонка выполнена из металлической сетки и остального пластикового корпуса черного цвета. Также у нас на сайте есть версии серебряного цвета и голубого. Мощность звучания в 5 Вт. Сбоку экран и 6 клавиш управления. Переключение треков поиска радиочастот, клавиша громкости, клавиша выбора режимов. Сзади разъем под наушники, линейный выход для подключения техники через провод. Самое интересное, помимо воспроизведения по Bluetooth, колонка умеет воспроизводить музыку через USB-флешку, а также через microSD разъем. Настоящий маленький комбайн. В комплекте есть кабель зарядки и кабель AUX. Еще в комплекте имеется чехол и шнурок, чтобы безопасно носить колонку в руках или повесить, например, на сук дерева или рюкзак. Сейчас мы протестируем звук, и видео, конечно, не передаст нормальный звук, поэтому мы ждем вас у нас в магазинах, чтобы затестить. Давайте ее включим. Играет по мне хорошо, но без чего-либо выдающегося. Вполне хватит тем, кому нужно подзвучить локально место прослушивания. Для тех, кому нужно подзвучить немножко больше, наши следующие колонки. JBL Clip 2. Наша вторая портативная колонка в подборке выполнена из тканевого покрытия на динамике и прорезиненного остального корпуса. Мощность 3 Вт, а звуки чуть позже. На корпусе кнопки управления громкостью, питание и сопряжение Bluetooth. Еще по ней можно разговаривать. Есть кнопка ответа на звонок и микрофон, под заглушкой разъем питания microUSB. В колонку встроен кабель на 3,5 мм для подключения другой аудиотехники по проводу. Также на корпусе есть карабин. Крепи и вешай куда хочешь. Еще в комплекте идет microUSB кабель. И вот звук. Несмотря на 3 Вт в JBL Clip 2, когда в JBL Tune было 5 Вт, это играет в разы громче. Вот такая малышка. Из плюсов отметим ее влагозащищенность, долгое время работы до 8 часов в режиме воспроизведения музыки и доступность. Она самая доступная из нашей подборки. А следующая часть нашего ролика для тех, кто считает, что размер имеет значение. JBL Flip 4. Здесь нас встречает уже знакомая по Clip 2 тканевая оболочка колонки. На корпусе кнопка питания, кнопка громкости, сопряжение Bluetooth, кнопка play, пауза. Но самое интересное в том, что в этой колонке имеется кнопка сопряжения сразу нескольких колонок для одновременного воспроизведения музыки, чтобы закатить настоящую вечеринку. Сопряжение осуществляется через фирменное приложение JBL, можно поставить на смартфон как в Play Market, так и в App Store. Колонка остается небольшой, но уже можно считать увесистой – 515 грамм. Батарейка внутри на 3000 мАч обеспечит до 12 часов воспроизведения музыки. Из фишек можно принимать звонки по данной колонке. Имеется интеграция с голосовыми помощниками Google Now и Siri. Можно активировать их одной кнопкой. Теперь давайте ее послушаем. Чистый и клевый стереозвук на 16 Вт. Два пассивных баса-излучателя по бокам делают музыку еще более глубокой. Она, как и предыдущая колонка, также влагозащищена. Переведи свое пение в душе на более высокий уровень с колонкой JBL Flip 4. Поехали дальше. JBL Charge 3. Эта колонка – универсальный боец от JBL и, наверное, самая известная линейка портативной акустики от JBL. Сейчас объясним почему. Наверное, эту колонку можно назвать JBL Flip 4 на максималках. Очень схожи колонки концептуально, но характеристики немного иные все же. Тканевая защита корпуса, остальные части из резины. На корпусе кнопки питания, сопряжение Bluetooth, кнопки громкости, play-пауза, кнопка сопряжения с несколькими другими колонками. А вот под резиновой заглушкой самый главный секрет колонки, который скрывается в названии Charge. Эта колонка при подключении к ней может зарядить ваш гаджет. В комплекте уже полноценный кубик зарядки, кабель, переходники под два типа розеток. Что можно сказать по звуку? 20 Вт звука, пассивные бас-излучатели по бокам, но нужно послушать. We'll be right back.
чисто басовито, но на пиковых значениях громкости уже могут вылазить ненужные звуки, так что аккуратнее. Из фишек, как мы сказали, что данная колонка умеет быть пауэрбэнком. Емкость аккумулятора 6000 мАч может быть использована на пользу колонки или вашего гаджета. Колонку также можно использовать как спикер вашего смартфона, ну и есть влагозащита, куда без нее. Теперь отойдем от параметра по увеличению мощности звучания и перейдем к эстетике. JBL Pulse 3. Почему же пульс? Колонка держит руку на пульсе музыки. Эта колонка, безусловно, для тех, кто называет себя портативный тусовщик. К вам будет приковано внимание на любой вечеринке, и вас никто не выставит за дверь из заведения, так как вы пришли сюда со своим. Поговорим про характеристики. Честно говоря, не хочется как-то повторяться, выяснить проще. В плане характеристик звука это JBL Charge 3, те же 20 Вт, только без пауэрбэнка, хотя размер батарейки такой же, 6000 мАч. Динамики вставили в нижнюю часть, все остальное полезное пространство оставили под большущую LED-поверхность, которая изменяется в зависимости от играющей песни. Пульсирует. Тип пульсации изменяется с помощью специальной кнопки на корпусе. К слову о кнопках. Есть кнопка питания, громкости, play-пауза, Bluetooth, под заглушкой разъем питания и подключение 3,5 мм джека. И самое прикольное в том, что вы можете оставаться королем вечеринки даже под водой, она тоже влагозащищенная. Потрясающе! Из-за больших фишек с экраном колоночка весит почти килограмм, но для настоящего тусовщика я думаю, что это не станет проблемой. Я очень скептически относился к данной модели, но когда послушал, узнал – это вещь. Что ж, если все, что было для вас детский лепет, тогда JBL Boombox. Я просто включу. Друзья, вы только послушайте. 24 часа автономной работы, 20000 мАч – это батарейка, функция пауэрбэнка тоже есть. Даже в этой колонке есть функция влагозащиты, то есть если вы с ней прыгнете в речку, вы мало того, что рыб распугаете, вы еще, наверное, научите их петь песни Фейса. Ребят, вот честно, я больше не знаю, о чем можно говорить про нее. Ребят, это просто пушка. Представьте, что можно соединить вместе еще несколько колонок и просто закончить все. Как говорит один футбольный комментатор, если нужно мощно, долго и круто, то это ваш выбор. Вот такая крутая подборка. На любой вкус 100% каждый, думаю, решит для себя, какой вариант лучше. Летом без музыки 100% не останетесь. Если вас что-то заинтересовало, изучайте подробно на сайте и в наших магазинах. Если вам понравился ролик, поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал. Пишите в комментариях, о чем вам еще хотелось бы услышать на нашем канале. Мы всегда стараемся стать лучше, потому что пятый элемент всегда на вашей стороне. Пока!